Сюжет этот нас попросили снять наши друзья. Но наших друзей вы в этом сюжете не увидите. Так же, как и мы в автостопе, не видим новых автомобилей со спортивным характером. Хотя договоренность о длительном сотрудничестве и присутствовала. Но слово в этом городе умеют держать единицы. Отрепаться многие. И именно поэтому ничего толкового и значимого нет ни на одном телевизионном канале, ни вообще в Магнитогорске. И только автостоп, любимый зрителями и не по-детски нагружающий создателя, тянет свою нелегкую ношу. И вот настанет день, и я ее брошу. Почему столько иронии? А посмотрел фильм-сказку и одновременно ностальгирующий прикол о управляемом заносе. Кто не понял о чем? Ставьте спутниковую тарелку и посмотрите, как там долбится в дрифте, и не только в токийском. Здесь, в Магнитогорске, вы ничего подобного не увидите до зимы. Потому что пункт А. Ни у кого в городе нет желания сделать автотрассу. Пункт Б. Благодаря Касьяновской растаможке, почему-то не отмененной нашим успешным правительством, привести что-то мощное нереально. И пункт С. Наши автолюбители то ли боятся, то ли действительно с баблом хреновато, но не хотят вкладывать деньги в тюнинг. И пока мы не решим все вышеозвученные задачи, ходите в баню, пейте пиво и пусть все катится к чертям. Вот это перспектива.